Итак, распаковал сок. Китайское производство. Чем-то напоминает мультитул от Xiaomi, но начнем с того, что есть клипса, есть петля, уже хорошо, легко достать ножик, ножик сведен в ноль, прям тоненький, и с фиксатором. Тут в принципе любой инструмент с фиксатором, и на любом инструменте есть ногтевой зацеп. Это шило. Так, маленькая отвертка для очков. Опять же, напильник есть. Стопорез. Вот. Сзади вот это вот фиксатор, ну, для того, чтобы было легко пользоваться. Вот сейчас зафиксировалось, чтобы не открывать его каждый раз, достаточно приподнять какой-нибудь инструмент и сложить. Здесь есть ножнички. Вот, ну, пожалуй, наверное, ножнички ни о чем, хотя в принципе нитку подрезать хватает, разбег у них небольшой. Вот, дальше из замечательного — открывалка для газировки, отвертка Philips, в принципе, такой серейтор небольшой, и открывалка для консервных банок, которую желательно подточить, потому что надрез есть небольшой. А дальше сведено как-то не очень. Но завораживает сам вот этот вот механизм. Уже нормально так разработалось. Сутки им поигрался. Пооткрывал, позакрывал. Неплохая игрушечка на кармане. Функционал приличный. Есть магнитик один небольшой. Ну и в принципе держится жестко. Ничего не выпадает. Под обычную стандартную биту. Такая вот игрушка на кармане из Китая.